Ты ягод верни. Что ты листочки зеленые таскаешь? То и кто кашами кормит у тех детей, разве это аллергия? Кто кашами детей кормит? Кашами. Не, ну некоторых же наследственно. Да, у некоторых наследственно. А у некоторых же... У некоторых приобретенные. Что она кашляет? А? Что, как? Эй, Сань. Подавилась черешня? Да нет. Не, так просто. Я черешню ей дала, две ягодки хватит. А то сегодня и бананы, и черешенька, и это. Сплошные витамины. Еще и яблока не давали. Да пока лето надо. А то ж потом будет. Да, потом особо не укупишь на всего. Пусть пока хоть сейчас подкушает. Ленка, ты вот так голову свою вытруси. Уже насыпался. Потруси ее так. Во. Да, смотри, а вы его поливаете так? Да, периодически, да. Отец заливает ряды прям. Кого, черешню? Виноград. Виноград. Не тяни ты их в рот. Тянешь в рот. А тут есть, чтобы стоп-кадр был? Нет, стопа здесь нет. Нет, да? А кадр? Питомник,
с голубым отливом есть у вас вообще? Бывает же, что не бывает. Белый, черный, а голубых у них нет. Голубых нет. Есть напоминающий голубой, светло такой, белый, с черным и с забелением. Получается такой серебристый слегка. Но это называется черно-белый все равно. Ну я так смотрю, сколько по рисункам, по стандартам они в основном тех же. Здравствуйте. Привет. Вечно вы это. Не вовремя. Виталий, что ж у меня тут на бельфаме? Охотник. Опять это. Как жизнь молодая. Да, нормально. Не надо, руки еще нужны. Да зачем они? Да ну как, зачем? Считать одной можем. И вообще в уме их можно посчитать. Да. Ну, что ты, чем занимаешься?
кстати, я ходил, тюльпаны снимал, красивые. Есть красивые тюльпаны? Откуда? Необычные. Там розовые, белые, желтые. Экзотика. Экзотики, да. Да. Нет. Это душ? Там уже, блин, последний осталось. Скоро можно будет приходить париться. Да. Сауну. Вокруг костер. Да. Где ты пропал? Не видать. Да что не видать? Сейчас он, блин, увидел тебя на дороге. Пока выскочил, блин, тебя уже нет. Он. Да, люди приехали, заказали запчасти. Приехали забирать. Ну, один выносит, отец его выносит. Ну, а я, а потом отец. Да я. Я же думал, что они забрали все. Они один карниз взяли, второй забыли. Давай, блядь. Градники забыли. Ну, я выбежал, они рванули. Это по машине? Ну, приедут. Куда они денутся? Да. А главное, что оружие отдали. Не, ну дело в том, что так, кинуться, понимаешь? За тройку, да? Тройку забрали? Или москвича? Приезжали на девятки, там москвич. А, в смысле, чисто по деталям? А. Ясненько. А того нет. И не появляется. Ну что, завтра на выставку? А где выставка? На Лугодроме. Стадион Ленина в Комброде. А что там? Да пойдите посмотрите хоть что-то такое, приди на ринг, посмотри, как это, что это надо. Глядишь, может, года через два телевизор выиграешь. Чё ты, блин? Тут планы были, как у Гитлера. Тут туда надо, тут туда. А мы на природу спустим, на полянку. Поедешь туда, там обязательно после выставки за стадионом собачьи бои, ну, азиаты, там, кавказцы, ну, були, вот такое. И своего. Да, на мясо. Сколько его кормить, да, на мясо. Сколько его можно накормить? А вы едете? Конечно. Да, если так можно и приступать. А ты что выставлять будешь? Ну я как обычно. Кого? Чао, нетки. Виноградик уже цветет. Скажи. Поговори. Папа, слышишь? Фанта. Наблюдать будешь, да? Не, я с прической надо сделать. Сейчас.